В Баткенской области обнаружены очаги саранчи на более чем 4000 гектаров. Департамент химизации, защиты растений и карантина при Минсельхозе провели обследование личинок саранчи в Баткенской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате обследования было 5500 гектаров земель в Баткенской области, из которых 4300 гектаров нуждались в химической обработке. На сегодняшний день обработано 2700 гектаров земли, в том числе 900 гектаров в Лейлеке, 1600 гектаров в Кадамджае и 200 гектаров в Баткене. После химической обработки от саранчи специалисты Баткенского областного управления проверили биологическую эффективность. Работа по борьбе с саранчой продолжается.